Люди вообще молодцы, не сдаются, постоянно изобретают какой-то велосипед. Сейчас на данный момент мы делаем дезинсекцию, делаем осмотр помещения, открыли диван, и вот что увидели. То ли это елка, то ли это какое-то растение непонятное, но как владелец этого помещения сказал, что якобы помогает от насекомых. А завелись они уже давно здесь. И походу растения эти не помогают. Вот так вот они здесь размножились. Это признаки, что здесь живут постельные клопы. Также вон здесь уже получается обшивку уже. Получается яйца белые. Там тоже они как бы живут вот. Сейчас будем помогать человеку. Чем он только не пробовал, ничего, говорит, не помогает. Будем сейчас спасать диван и это помещение. Работаем в городе Красноярске на результат. Звоните, пишите, консультация бесплатная. Телефон будет подкрепленный внизу. Вот так вот люди начинают спасаться от насекомых. Походу это какая-то елка. Что-то похоже, да, на маленькую елку.